заказчик Лоренцо Нази, принадлежавший к богатой купеческой семье, жил на улице Дебарди напротив дворца Каниджани. На дочери Матео Каниджани Сандре как раз и женился Нази в 1505 или самое позднее 23 февраля 1506 года. Примерно в это время Рафаэль написал «Мадонну» со щегленком, мысленно ведя диалог с двумя непревзойденными мастерами – Леонардо и Микеланджело. К несчастью, Мадонна со щегленком сильно пострадала, когда 17 ноября 1548 года рухнул дом Нази. Сын Нази, Джован Батиста, реставрировал картину. Недавнее исследование под рентгеновскими лучами в самом деле выявило наличие 17 разрозненных фрагментов, соединенных длинными поперечными гвоздями и дополненных тремя небольшими, и одной большой вставкой внизу слева, с почти полностью обновленной живописью. В таком состоянии картина находится уже несколько веков, и реставраторы до сих пор не решаются к ней подступиться. Явным источником вдохновения для Мадонны со щегленком был Микеланджело. Мотив младенца, опирающегося босыми пальчиками на ногу Богоматери, заимствован у Мадонны Брюгге, изваянной Микеланджело между 1504 и 1506 годами и хранящейся в церкви Нотр-Дам города Брюгге.